Друзья мои, всем привет! Как у вас дела? Именно про эту фразу сегодня пойдет речь, и я расскажу о том, почему не надо использовать это выражение и на что лучше его заменить, чтобы сделать вашу коммуникацию более эффективной. Начнем с теории. В русском языке слово «привет» может использоваться абсолютно самостоятельно. Это не английский, в котором к слову «привет» нужно обязательно добавлять «как дела», и это считается нормальным и правильным. И в русском все наоборот, вы можете просто сказать «привет». Так когда же появляется это «как дела»? Обычно «как дела» появляется в тех ситуациях, когда мы хотим продолжить общение с человеком, но не знаем, как это сделать. То есть мы когда приходим там в супермаркет и с кассиром, мы не начинаем говорить «здравствуйте, как у вас дела?», потому что мы не хотим продолжить коммуникацию, большинство даже «здравствуйте» не говорит. Мы просто молчим, а когда у нас возникает потребность продолжить коммуникацию, мы начинаем судорожно вспоминать, а что мы можем сказать, как дела? И сразу почему-то вот откуда-то из головы вылетает эта фраза. То есть еще раз, когда мы используем фразу «как дела?», тогда, когда мы первое хотим поговорить с человеком, то есть когда мы хотим создать коммуникацию. И второе, когда мы абсолютно не знаем, как это сделать и не владеем какими-то особыми навыками. То есть все равно у вас есть наверняка такие люди, которые могут и с продавцом в магазине поговорить про погоду, природу, кризис и про все что угодно. Но они явно начнут свой разговор не с вопроса «как дела?». И еще одно важное замечание – фразу «как дела» мы обычно используем с незнакомыми или с малознакомыми людьми, и, как правило, это люди противоположного пола, потому что женщине не составит проблему начать разговор со своей подругой, а муж точно знает, как начать разговор со своей женой, и никогда не спросит «как дела», просто так нечего делать, чтобы вот инициировать этот разговор. Поэтому теперь давайте подумаем, как человек, которого вы мало знаете или абсолютно не знаете, может отнестись к такому сообщению «Привет, как дела?». Да никак, у меня вот лично сразу в голове возникают такие стандартные шаблоны «пока не родила» или «как Саша Бела». Почему вообще человек начинает мне писать ни с того ни с сего, спрашивать, как у меня дела? Я сразу начинаю напрягаться, и мне вся эта ситуация не очень сильно нравится. Максимум из вежливости я могу ответить «нормально, как у тебя», а в большинстве случаев я могу просто ничего не сказать. И я думаю, парни подтвердят, что если они напишут незнакомой или там малознакомой женщине «привет, как дела», то вероятность того, что они получат ответ, где-то 30%. Почему так происходит? Давайте разбираться. В первую очередь разберемся в терминологии. Человек, который хочет с вами поговорить, назовем его инициатор коммуникации. А человек, который читает у себя в телефоне сообщение «привет, как дела», назовем его субъект коммуникации. И первое правило, вообще базовое правило любой коммуникации, любого разговора состоит в том, что инициатору общения необходимо больше, чем субъекту. И от того, как сильно постарается инициатор, зависит вообще все качество всей коммуникации, всего разговора. Поэтому прежде чем вступать в коммуникацию, инициатор должен подумать, посидеть и хоть немного поразмышлять. А если инициатор не думает, не хочет, не может, не умеет, и у него единственное, что приходит в голову, это написать «привет, как дела», то такая фраза выглядит как сигнал SOS. Просто вот «помоги мне, чувак, я хочу с тобой пообщаться, но я не знаю, что тебе сказать, вот спаси меня просто, я надеюсь, что тебе это тоже нужно, и ты со мной поговоришь». Вот так выглядит эта фраза «привет, как дела». И если и субъект заинтересован в том, чтобы продолжить это общение, то, конечно, он разрулит и сделает так, что диалог все-таки получится. Но если субъект не заинтересован, то диалога не получится. Я думаю, здесь уже согласятся со мной женщины. Если вам напишет ваш бывший «привет, как дела», то вы ему с удовольствием ответите, что все у вас отлично, вы сейчас находитесь на Мальдивах со своим новым мужем, и поинтересуетесь, почему, собственно, бывший ваш еще не сдох и беспокоит вас столь поздний час. То есть вы как-то продолжите этот разговор, потому что вам интересно, потому что вы заинтересованы тоже поговорить с таким человеком. Итак, что же делать для того, чтобы эффективно завязывать разговор? Первое, что вам может пригодиться, это
такое правило. Пишите сразу по делу, что вы хотите от другого человека. Это не секс, здесь не нужно прелюдии спрашивать, как дела, как оно, как вообще, что делаешь. Незнакомый человек или мало знакомый будет только раздражаться от таких вопросов. Он с вами не общался, ничего не знает, ничего не понимает, что вы от него хотите. То есть он чувствует, что вы что-то хотите, но вы не говорите напрямую, что хотите. И от этого он начинает немного даже беситься. Ну вот не знаю, как у вас, у меня лично такое всегда бывает. И как-то дальше поддерживать этот разговор желания нет. Я думаю, инициатор не такого желает, поэтому, когда вы начинаете разговор, то напишите сразу прямо: «Привет, я хочу сегодня выпить с тобой кофе в одном очень уютном месте». Это звучит намного лучше, чем «Привет, как дела?», ну вот честное слово. Даже если вы вот раскрываете все свои карты. Или другой пример, там, пишите: «Привет, слушай, мне нужна твоя помощь, подскажи, пожалуйста, какого-нибудь дизайнера хорошего». То есть сразу четко, ясно излагаете, что вы хотите от человека. Второй прием, который можно очень смело использовать, это написать сначала, как дела у самого инициатора. То есть вы сначала рассказываете, как дела у вас, а потом уже все остальное. И тогда субъект более расположен к вам, то есть он уже что-то про вас хотя бы понял, хотя бы что-то у него вот сложилось. И опять же, банальный пример, там, я сегодня был на Красной площади, там такой классный каток, все такое праздничное настроение, атмосфера, но я немного взгрустнул, потому что я чувствовала себя одиноко. И дальше мы подключаем первый прием и пишем, что конкретно мы хотим от человека. Давай в следующие выходные сходим вместе на каток и проведем прекрасное время вместе. Вот и все. Сначала как у вас дела, а потом уже все остальное. Опять же, знаете, вспомнила, есть такие люди, которые пишут: «Ой, привет, как дела?» Ты им отвечаешь: «Нормально, у тебя как?» Он пишет: «О, у меня», и начинается поэма просто там на 2000 символов. И человек такое ощущение, как будто он просто ждал, когда же у него спросят, как дела, то есть он искусственно как-то вызвал эту ситуацию, и вот его понесло. Если вы относитесь к таким людям, то завязывайте с этим, потому что вы испортите таким образом вообще любые отношения, любой разговор, который может с вами с кем-то возникнуть. Потому что еще одно очень важное правило коммуникации – это соблюдать баланс входящего и исходящего потока, можно так сказать. Если вам написали «привет», вы в ответ напишите «привет». Если вам написали одно предложение, вы в ответ напишите одно предложение. Если вам написали «пять», то вы в ответ напишите «пять». Любой дисбаланс, то есть любое нарушение этого равенства, приводит к тому, что коммуникация становится одному из этих субъектов неинтересна. То есть кто-то начинает потихоньку сливаться. И поэтому всегда нужно контролировать объем, так сказать, входящей и исходящей информации, которую вы получаете и, соответственно, даете. Даже если вам очень сильно хочется выговориться, то делите хотя бы свое сообщение на какие-то части и посылайте их порционно. То есть написали какую-то часть, получили примерно такой же ответ, написали вторую часть, получили такой же ответ, написали третью. Не пишите вот такие портянки текста, это никому не интересно и это неэффективно. И еще, почему эффективно, почему нужно стараться инициатору? Потому что если инициатор не постарается, то вот это правило, когда сколько получили, столько и отдали, сведется к тому, что «привет, как дела?» – нормально, что делаешь – ничего, ну понятно, ну ясно. Как бы ничего эффективного в этом нет, поэтому учитесь как-то более длинно строить свои предложения и больше по существу. И третий способ заменить вопрос «как дела?» – это задать какой-то более конкретный вопрос. То есть вопрос «как дела?» – он такой более общий, обширный. Вам нужно сузить его и вычленить у человека что-то, вот, что-то, что касается именно непосредственно его. Если вы, допустим, пишете своему другу, то вы можете вспомнить, что происходит у него там интересного, знаете, например, что человек ищет работу, тогда и спросите, нашел ли он эту работу. И еще очень крутым является спросить совет или чьё-то мнение по какому-либо вопросу, желательно по тому, в котором это другой человек, специалист. И тогда человек с радостью вам ответит на этот вопрос, он вам поможет, и он выстроит с вами этот диалог.
Но опять же, нужно спрашивать не в такой форме, что можно я задам один вопрос тебе. Ну, ты читаешь и думаешь, ну вот, ты его уже задал, как бы все, зачем тебе отвечать? Сразу четко и по делу. Ой, слушай, я тут смотрю, ты учишься в МГУ на юрфаке, скажи, пожалуйста, сложно ли учиться? Много у вас лекций в неделю? А вообще, сколько дней в неделю вы учитесь? Мне вот просто интересно сравнить, как в разных вузах преподают. Отличный подход. Или, например, вы там видите у человека машина где-то на аватарке, там фотография какая-то. Вы спросите, а много ли, какой расход топлива у этой машины, много ли она ест бензина. То есть вы проявили инициативу, вам интересно узнать, как у человека обстоят дела. То есть это не просто вот именно, что вам интересно, как дела, а вам интересно что-то вот именно конкретное выцепить из этого человека. Знаете, тоже вспомнила, у меня был такой период, когда я очень долго тестировала сайты знакомств. Я смотрела, что люди пишут друг другу, как они относятся к каким-то провокациям, как они относятся к разным фотографиям. И за все время, что я там находилась на этих сайтах знакомств, я получала огромное число сообщений, и мне запомнились всего два сообщения, на которых мне хотелось сразу же ответить. И как раз одно из этих сообщений на эту тему. Человек заинтересовал меня, он задал правильный вопрос. У меня была фотография с машиной Mitsubishi Lancer, и он меня спросил, много ли масла там кушает эта машина. А кто не знает, именно масло — это больная тема этой машины, и очень актуальный вопрос был тогда для меня. И когда человек задал мне такой вопрос, то есть он не только показал, что он компетентен в этой сфере, но он и попал в то, что интересно мне. И поэтому я с ним вообще очень долго переписывалась на тему того, хорошая ли эта машина Mitsubishi Lancer. Таким образом, то есть он сформулировал, он сделал эту коммуникацию долгосрочной и попал в какие-то вопросы, которые интересны мне. И небольшое отступление. Если вы женщина, и вы не знаете, что написать мужчине, который вас игнорирует, с которым вы там встречаетесь раз в месяц, с которым, который женат или который вас бросил, в общем, с кем-то, с кем у вас не складываются отношения, то это видео не для вас. Ни одно в мире волшебное СМС не поможет вам заставить этого мужчину полюбить вас. Поэтому даже не пытайтесь и не нужно тратить на это время. А в конце видео я хочу рассказать как раз про второй случай, который случился на сайте знакомств, как человек очень сильно заинтересовал меня, и я ему ответила практически сразу же. Дело было где-то 3 года назад. Я получаю сообщение от парня, там смотрю, Красноярск у него написано, и он мне пишет, когда будет следующее видео на YouTube-канале. Но чтобы вы понимали, на тот момент у меня не было YouTube-канала, и там было у меня 10-15 человек в подписчиках, и даже мои друзья не знали, что я там записала 3 видео и выложила их на YouTube. То есть я была абсолютно в шоке, я не понимала, откуда он знает про то, что у меня есть YouTube-канал. Я думала, это какой-то розыгрыш, или я вообще не понимала, что происходит. Естественно, мне захотелось с ним пообщаться. И как потом оказалось, человек взял просто фотографию мою с этого сайта, вставил ее там в Яндекс картинки или в Google картинки и нашел таким образом мой канал. И так решил завязать со мной знакомство. Вот что значит человек подготовился, вот что значит инициировать общение, а не просто вот вспомнить «Привет, как дела?». Поэтому я вам всем желаю эффективных коммуникаций. Забывайте про эту фразу «Как дела?», пользуйтесь теми 3 способами, которые я вам сегодня рассказала. И я вас всех люблю, целую. Пока-пока!